Только что наших солдат обстреляли. В селе Алхан-Юрт, как говорили, мирном селе. Не, это твои проблемы. Я с тобой в контакте работаю. Зачем ты мне 100 лет нужен? Вот ты мне 100 лет не нужен. Понял, да? Ты мне 100 лет не нужен. Ну, ради села. А что ты ради села раньше не делал? Ну, раньше я сам бесполезен был. Почему это бесполезно? В Гайдах не бесполезно, в Алхан-Кале не бесполезно, в Октябрьском не бесполезно. Рядом с тобой села стоят. Потому что другие иностранцы живут, блядь. Потому что, блядь, хотели на 2 стульях стереть одной задницей, блядь. Вы еще не знаете меня, если не бесплатно. А что мне тебя знать? Чего мне тебя знать? Я знаю, что у меня там мои ребята были ранены. Вот это я знаю. Русские солдаты были ранены. А ты сбежал, блядь. Сбежал! А это твоя родина, ты здесь родился. А почему солдат, который родился в Костроме, в Рязани, в Иваново, должен за твою родину, блядь, получать ранение? Не угадали вы, ребята. Этих всех террористов пригрели, блядь. Смотрели на них со стороны. Вы же гордые горцы, блядь.